Да, я позавтракала. Всем привет из Эверят. Время 9, мы позавтракали, всех покормили, сделали зарядку, приняли душ и пошли работать. Сегодня у нас влог, Сережа сказал, начни, я пока работаю, он там грузит видео, поэтому я начну, пока Сережа, да что вы говорите. Собаки счастье. Закончилась жара. Прохладно. Ласка байк. Пойдем. Пойдем со мной. Пойдешь со мной? Вот такое настроение. В общем, что ни день, то работа. Пойду пока в теплицу. Мне нужно сделать очередную формировку огурцов, потому что там уже все падает. Нужно еще сегодня также. Нормально так. Мама мне тыкву подчикала. Офигеть. Тут такие заросли были. Она мне их подчикала. Это вообще ужас. Там тыквы. Тесно им тут по две. А огурцов так и нет. Хотя погода позволяла. А нет, слушайте, есть. Вот. Байконур. Хотела съесть его на камеру, да не буду. Нужно снять помидоры, убрать. Вот красные есть, уже ломаются некоторые ветки, созревшие. Вот эти, кстати, очень вкусные. Они уже созрели. Они вот такие вот и есть. Вот эти тоже. Green beef. Вот. Вот этот спелый. Они такие. Вот этот классный спелый. Они такие мясистые. Сегодня я пока открывать не буду. Ну, в общем, одним словом, пока жду Сережу, пойду порежу огурцы. Вот. Как-то надо туда добраться. Там еще вот упала уже ветка помидор. А потом мы пойдем переделывать старый дом. Ну как переделывать? Продолжать это делать, потому что сегодня приедут уже Сереже в помощь несколько человек, специалистов по фундаментам. Вот что мне удалось найти в интернете. Молодец. Сири со мной разговаривает, подруга моя. Нам нужно сделать сегодня там канализацию, переделать старую. Там будет заливаться плита, и нужно максимально подготовку сделать, потому что сегодня-завтра уже будут делать опалубку или что-то там, какую-то подготовку, потому что там фундамент не с нуля, а что-то там имеется из ресурсов, поэтому будет реконструкция старого дома под ферму, поэтому он нам еще послужит. Послужит, я думаю, не один год. Надеемся, не один десяток лет. Сколько нам позволит наша сила заниматься этим. Посмотрим. Ну, я думаю, что день проживете с нами, так что увидите, чем мы занимались, как мы занимались. А я пока пошла. У меня возник такой вопрос. Для тех, у кого есть свои огурчики. Какие вы огурчики снимаете предпочтительнее? Вот такие вот, вот он. Или ждете, когда они подрастут? Ну, до таких. Или вот, вот очевидный пример. Вот таких. Какие?
Но это такой сорт, они такие более-менее подлиннее, но я люблю вот такой зрелости огурчики и есть, и мариновать, консервировать их куда-то. Такие это уже, ну вот этот еще более-менее, вот тут есть вот такие вот особи, типа вот таких, это уже пойдет курицам. Вот этот особенно, вот. Для меня это уже большой. Я люблю маленькие, колюченькие, чтобы они были еще, знаете, такой молочной зрелости. А то, что большое, уже уходит курицам. Но мы с мамой иногда спорим в этом вопросе. Она любит, чтобы вот такие вот побольше были, чтобы семечки там были. Ну, в общем, дыньки. А вы какие любите? Старайся больше снизу снимай. Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не плакало. Да? Иху. Упадёшь сейчас? Не упадёшь? Иху, иху. Вера, ты вся грязная. Тебя мама домой не пустит ведь? Пустит? Пустит? Такую грязнулю пустит? А? Да? Да, душик. А, в душик надо будет сходить? Да. И все хорошо будет, да? Да. Я еще езжу. Я еще езжу. Ты только ручки, глазки не три ручками, ладно? Они у тебя грязные, песочек глазки попадет, больно будет. Весело тут, да? Да. Очень весело. Летюндра. Лети. В общем, доснимаю Машин сюжет, который она вчера пыталась отснять. В общем, скажу так. У нее периодически бывают какие-то желания снять. Но по факту... Во-первых, опыта, конечно, маловато. Во-вторых... Что, во-вторых, поддержка, наверное, нужна. Я пытаюсь как-то ее поддержать со своей стороны. Маша даже старается комментарии на Ютубе не читать, потому что, пакости бывает больше, чем радости. У меня-то иммунитет на это уже, а у Маши еще нету. В общем, давайте сделаем таким образом. Я ее пытаюсь поддерживать, как могу. И вам, если хочется, чтобы она больше снимала видео, чтобы у нее больше было опыта, и сюжеты были интереснее, напишите ей ВКонтакт, можете написать в Инстаграм, она там тоже читает. Давайте постараемся ее поддержать. В общем, вот смотрите, какую работу она вчера тут сделала. Ничего она уже не снимала, не знаю почему. Сняли весь урожай. Сейчас мы зайдем в дом, я в доме его покажу. Я даже не знаю, какое сегодня у нас число. Сейчас дома посмотрим. Сняли только первый урожай помидор. Красных. Снимаем только красных. Никакие другие не снимаю. Вот. А так, вчера, в принципе, я занимался стройкой. А Маша изначально мне чуть-чуть помогала, а потом пошла вот в теплицу. И, пожалуй, такого особо
интересного что-то вчера не происходило. Хотели, чтобы... Мы планировали, чтобы к нам вчера приехали гости, но так как я был очень сильно загружен, все это отменилось и перенеслось. Надеюсь, потом, когда приедут, я вам сниму про этот сюжет. Я сегодня встал немножко пораньше, уже покормил всю скотину, съездил на мусорку, вывез мусор вчерашний, который он вчера скопился. А скопился он очень быстро, потому что я прибирался на чердаке. Думал, что там уже порядок, а порядка там еще пока не было. Погодка сегодня у нас, ну, довольно-таки тепло. Пасмурно, осадков, не знаю, ожидается или не ожидается. Но мне это как-то вообще никак, если честно, не грозит. Почему? Потому что я сегодня опять в доме на стройке. Но об этом будут сюжеты на другом канале. А это так, немножко инфообзор для видеоблога на второй канал. Идем домой. А где наши красавицы? Доброе утро. А что не надо нас снимать? А Веру можно поснимать с утра пораньше? Можно? Красавица, можно папа вас на ютубчик поснимает? А? Что? Ты уже мультики хочешь посмотреть? Да. Да? А ты покушала? Да. Да? А зубы почистила? Да. Да? Ты такая молодец, да? Да. Папу полюбишь? Папу поцелуешь? Да. Давай. Радость моя. Идем на кухню. Маша, расскажи про урожай. Снимать тебя не буду, расскажи просто. Помидоры, кабачки. А какое сегодня число? 22. 22 число? Это вот первый урожай красных помидор. Ну, кто? Это уже не первый, мы ели уже. Не, есть и ели, но сняли первый, правильно? Прям масса, да. 22 число. Кабачки, помидорки, огурчики. Ну, огурчики-то мы уже давно снимаем. Уже и соленые, и маринованные. Кстати, вот в продаже у нас бывает, иногда малосольные огурцы продаем. А так, в принципе, овощи мы никакие не продаем. Потому что себе только-только хватает. Ну, в общем, вот и все. На этом наш сегодняшний сюжетик подходит к концу. Что получилось, то получилось. Ставим лайк, подписываемся на канал. Если понравилось видео, ставим еще один лайк. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.